Почему ты хочешь диеты? Почему ты хочешь диеты? Почему ты хочешь диеты? Почему ты хочешь диеты? Для чего тебе надо 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 диеты? Испортить их? Испортить их? Испортить их? Убить их? Убить их? Убить их? Убить их? Почему тебе они нужны? Почему тебе они нужны? Если ты не можешь их воспитать как надо и смотреть на них, на их нечистота. Почему вы принесли диеты в этот мир? Объясните, пожалуйста. Почему? Почему? Для чего? Для чего? Почему тебе их не больно? Тебе их не больно? Объясни мне, почему тебе надо было диеты привести? Сказать, что я отец? Что я уже отец стал? Что? Для чего ты их привез? Для чего ты их привез? Родители, которые дают iPhone, Galaxy, телефоны. Родители, которые дают детям смотреть телевизор. Родители, что отправляют детей в школу нееврейская. Родители, что дают, что их дети сидели смешные мальчики и девочки. Это что, родители? Это родители? Это родители, что убивают их дети каждый день. Каждый день ты их убиваешь. Каждый день ты их убиваешь. Что они там смотрят? Как воруют? Как убивают? Как отманывают, как гуляют, и еще много вещей плохих. Что телевизор его учит? Что? Что? Какие примеры он получает от телевизора? Какой отец ты? Какая мама ты? Что это собака? Собаки и кошки не смотрят телевизор. Животные не смотрят телевизор. Люди смотрят телевизор. Люди держат такая штука в их руках, что она портит весь жизнь. Весь жизнь! Эта технология убила всех. Всех она убила. Ты уже испорчен. Почему ты их портишь? Почему они чистые? Они еще дети? Подумайте, пожалуйста, что в этот вещи есть там что-то полезное. Что там хорошего есть в этом телевизоре, компьютере и телефоне? Что? Вам не больно? Вам не больно, какие родители вы? Вам не больно? Вам не больно? Вы их убили. Вы их испортили. Вы их спустили на это место, что они сейчас дома плачут. Это вы сделали. Какой отец может жить спокойно, когда его сын или дочь держит телефон с интернет? Какой отец нормальный может быть спокойный, что его дочка идет в университете и в школе, что они смешные мужчины и мальчики, и девочки, и женщины вместе сидят и вместе танцуют в дискотеке, в пабе, в такие места. А какие родители вы? Вы сумасшедшие, вы ненормальные. И после этого вы плачете. Я с вами сижу. Я это слушаю каждый день от вас. Нету счастья. Они запутаны. Она гуляет. Он гуляет. Они хотят разводиться. Помогите. Они больны. Они запутаны. Он ее бьет. Он гуляет. Она каждый день плачет. Они банкрот стали. Каждый день. Каждый только проблемы. Только проблемы. Кто виноват? Кто виноват? Только вы. Только вы. Только вы. Только вы.